Чуня вешок са шихыца с Гермалай аджин джалим ши разгуат рабдзам раб хиргылу. И райзы их адару дызныс из ипста заратрмю алтшокару. Ипсат гил яхуша ина их дзази уиску. Ил ершит шурачуге, ир их атала далат вежуна ялы и као арачам. Француз бешал, немец бешал, англиз бешал, ЮНЕСКО цицхайт. Все раз юн такуак. Уйге кшас хабу яджги псывок ЮНЕСКО, а наука яджги чести. Миждец уйге крата накуа зарабхам. У нас вестник древней истории Хакопа журнал в Раге со статья канула Хет Арзенба из Храрла Инлайт. Ага. У нас идея на самом Сарихара Галскуёб, а при этом не жил Рабжар Тагана Халу в Лисенцу, убрёб сара псыс, гус, хыс, блас, шам хыс, сыз хуц в обряду, ха сыз хуна какан. Амнян, ши хайта не хамов, Хазнери, хазгатер. Ехе Ирмалая джинджел юбилей трус хуйца згуэсту за наука узу, чамашур ферхёмаст. Уи хатала илэр шас шурат шо хапсна дзыргараза, уи хакуй тразак парача, насги хапсна турых атым хюнткарра кодырдырраза. И турых цара тосум току и та гупи уэпшума бас шокварах. А чымчыра район, пакуаша кытан и из Ирмалая джинджела школа эрцайрат институты данрылга аштах, а кыршук сауз иван а хюнткарра ту музеяхна. Апсу царату наука знапала, казьякамку аусум току ги апыстахес, янатахас ги милат какой-то разенок подраз рабхи голос дрейван. Я нас принципиму. Я чтоб ха загуригаз, а захтанза дхазран дагазем. А бас абри яшем рибан, абри дача апку, абри дазерж водалаги. Ханежит яшк скудеркна, хаважлар рбамцра, рха, давзаглый, даваглый. А хадараз его тхалый. Он не просто был в гуще всех событий, но Ермолай до сих пор олицетворяет собой вот это освободительное движение абхазского народа, являясь, еще раз подчеркиваю, выдающимся сыном своего народа. Ермолай Аджинджел Ханишчаджус и знаком КСГУЭТИ ТАПСНА АХЕПШИМ РАЗХАЦЕРА ПРОЦЕСС НАДЗАРЦЕЗА, а наука Агана Хелагезны и Рашатаху. И рейзы кратца на койте на пызла кужлар бжара тразин цара АУС. Ермолай кисыгу паусицез у эсгуарту на псна турых царача и чыцу хархарта кошапицез. У бриян ереусум токурых на алка кайцу тапсу жинткара и вид бзатпи куйшриеву. Некоторые вещи, которые он писал, о которых делал доклады, я сразу скажу, что я использовал при написании истории Абхазии. Во-первых, это о древней металлургии. Значит, он впервые выдвинул идею о том, что танец на носках – это танец древних металлургов. Ну, это он сделал вывод из описания, которое известно этнографам, что так нагревали горн, что рядом невозможно было стоять, и ноги поливали холодной водой. Ну, вот отсюда он сделал вывод, что, возможно, этот танец зародился еще тогда. Потом еще очень интересные его работы, я считаю, посвященные истории христианизации Абхазии. Ермолай Аджинджел, Юис Чаргуял, Нерхён, Имшира и Хайни Цихны, Азгуатера Наске, Асас Чарабхер Аргуиштас, Ахасха Дзергара Яштам, Атурых Тцави, Уйда Дангалит. Ихэ Ужранзе Дахайшо, и тып чуда алка анигоп, апсу жлы рыбжара, апсу интеллигенции рыбжара. Уе чудо атып, яхабот аха, ахт, чудатара, я хапи умшира по юбилей, кышукса у хагамзат, а губзира ничего отвечает, а гамча ничего отвечает, они уходят, что да, все, исхоз, угика умижен, а мала закихасцит, ваге стахам хаусум хан, изык хазапшу. Сарьяка сарьяка зыги макяна и сыл смаршац, эсхызла саржхуха хагигам и хюдьера. Пшиня же шук сашмачам ге, ха цара уйвяб хюкапи хюкта, куарат шоп. Асида малый бхартур каландзи, апсу тирхупшра.